Я родился в 37 году. Надо же все-таки оставлять после себя какое-то наследие, не только, так сказать, в виде живых существ, но и что-то такое фундаментальное, что такое духовное, эстетическое. Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов, Яр, в еврейской семье. В конце 1939 года семья переехала во Львов, где его отец, Давид Кунович Кобзон, был назначен начальником отдела кадров конфетной фабрики имени С.М. Кирова. Иосиф Кобзон – советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Творчество и деятельность Иосифа Кобзона были отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание «Народный артист СССР». Он являлся лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.